Отчетный концерт состоялся накануне в Тверском дворце культуры «Химволокно». Мероприятие, по идее, стандартное. В любом ДК оно проходит ежегодно. Однако на сей раз это был необычный праздник. Ведь в хорошо знакомом всем горожанам учреждении, стоящем на площади Гагарина, завершается 70-й сезон. ДК «Химволокно» – один из старейших в городе. Творческий коллектив состоит из более чем 30 студий, ансамблей, театров, в которых занимаются тверичане всех возрастов, от самых юных до ветеранов. В программе праздника, приуроченного к юбилею, были выставка работ участников из-за студии «Зебра» и дизайн-студии «Калибри» в мире творчества, музыкальная встреча в сопровождении муниципального духового оркестра под управлением Павла Смирнова, интерактивная выставка фоторабот и архивных экспонатов, связанных с историей ДК, ну и, конечно, яркая шоу-программа с церемонией награждения и презентацией лучших творческих номеров последнего сезона. 70 лет – это не только отдельно взятый праздник, это не только отчетный концерт ДК «Химволокно», это целый год невероятных событий, а ведь у нас они постоянно происходят, на которые мы приглашаем наших гостей, жителей города, гостей из столицы Верхневолжья, для того, чтобы люди здесь по-настоящему могли согреться душой, реализоваться творчески. Каждое слово благодарности, которое мы слышали сегодня от наших гостей, действительно на вес золота, потому что сегодняшний праздник было вложено столько сил. Мне очень приятно говорить о том, что ДК культуры «Химволокно» – это не просто команда, это настоящая семья, с которой у нас очень большие планы. И мы будем и дальше радовать жителей нашего города, удивлять, вдохновлять, согревать и делать все, чтобы сюда захотелось приходить. И как можно чаще.